Растения продолжают расширять арсенал, и сегодня с нами увеличительная трава. Приветики. Ну, покажи, что ты умеешь. Запросто. Как всегда, всем большой привет. Сегодня будем испытывать в деле нашего нового друга, а точнее подругу. Вы уже поняли, о ком речь. Чуть позже увеличительная трава вступит в бой, а пока вы можете поддержать нас лайком. Обойдетесь, негодники. Тебя не спросили, лучше охладись. Пока этот недотепок прохлаждается, можно успеть еще парочку подсолнухов высадить. Кстати, как вы уже заметили, у нас сегодня почти нет атакующих растений. Будем отбиваться только травой. Я не понял, вы что, совсем меня не боитесь? А чего тебя бояться? Ты же рядовой зомбак. Сейчас тебя мигом подстрижем. А вот и мой выход. Стрижка удалась под самый корешок. Ничего себе, стрижка. Ты ему башку оттяпал под самой подошву. Такие парикмахеры не для меня. А если со скидкой? Скидки я люблю. Заманчивое предложение. Ладно, хватит шутки шутить. Пора уже настоящий бой начинать. А какой бой без хорошей защиты? Высадим голограммы стены орешков на силовые клетки, и у нас будет двойной защитный экран. Активирую защитное поле. Ну вот опять. У нас еще толком атака не подошла, а у них уже броня, как на танке. Верно подметил, Панерайка. Теперь нужно увеличить энергетический ресурс для снабжения увеличительной травы. Пока все отлично складывается. Не знаю, что может сегодня пойти не так. Я тоже не вижу никакой опасности. Эх, вот бы босса позвать сегодня. Он-то уж точно придумал бы какой-нибудь фокус интересный. Космический десант прибыл. Десант, говорите? Ну, ловите электромагнитный персик тогда. Эй, у нас снова вся электроника забарахлила. А теперь я вашу численность подсокращу. Ну как с ними бороться? А с нами не нужно бороться. Мы вам давно говорим, не нападайте, и все будет хорошо. Мне кажется, они готовы хоть каждый день полный получать, лишь бы свое нападение устроить. Нам мозги нужны, и мы все равно достанем. Хотите вы того или нет? Ну вот, минуту назад они жаловались, а теперь снова за мозгами в бой идут. Как говорится, слабоумие и отвага. Сам ты слабоумие. Наш босс, между прочим, самый умный на кладбище. Вот это серьезный показатель. Нобелевскую премию этому господину. Эй, они, кажется, пытаются нас заболтать, чтобы мы проглядели их волну. Проклятие, сорняки нас раскусили. Давайте уже роботов сюда. Сегодня хотя бы этого сумасшедшего тростника с ними нет. Может быть, прорвемся с помощью робоконусов. Оглянись, твои конусы уже в отключке. Так, пора хорошенько поджарить этих литих банков. Вперед, развалюхи ржавые. Шагайте быстрее. Осталось всего два таракана. Сейчас мы их подморозим, а затем трава сделает из них запеканку. У вас ничего не получится. У конусов толстые стенки. Их не прожечь. Ну давай посмотрим. Ой-ой, что-то жарко становится. Выключайте этот паяльник. Ну вот и все. Отличный бой был. А на этом сегодня все. До встречи. Пока.